О совхозе и о Павле Грудине узнал через телевидение, через газеты, о его достижениях в этом совхозе. Приехал он, меня с удовольствием принял, предоставил квартиру без всякого обмана, с хорошими условиями о выплатах и с хорошей зарплатой. Свои обещания он выполнил. Я переехал с Каширского района сюда, в Ленинский район. То есть один раз я миграцию сделал. Я не хочу сделать еще один раз миграцию вместе со своей семьей. Поэтому прошу всех быть в доле. Я в доле. Мы очень уважаем Павла Николаевича и желаем ему только победы и силы. Соберем народный миллиард.